Хорошее место, брат, да? Только с пельменями надо побыстрее разбираться, а то дикусы с нами разберутся. Давай побыстрее. Ой, бежит, 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 бежит. Погиб. О боже, их двое! Чё? Вы голые? Ну заходить, заходить. Подожди, стой, а вы юсеки или бировцы? Уходи, бежит кто-то. Бля, это что такое? На, ебут, отдайте, жгут. Не понял. Большая черепаха. Жгут нужен. Лови аптечку. А вы что сюда пришли, по квесту или что вообще? У меня квест «Слава КПСС» и «Домашний арест». Я просто бахаю, у меня 20 квестов. Ну идите квест, тогда, идите. Ну идите тогда на второй этаж, там никого нету, я вас прикрою. А еще кто-то бежит, прикинь. Пока что держу оборону. Нифига он хитрый, он лег. Это пулемет? Он с пулеметом, блядь. А мне плохо. Это не пулемет был, отмена. Давайте сюда, мужики, скорее. Давайте, быстрее, 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 сюда идите. Я тут четверых уже убил, блядь. Мне нужна помощь. Лутайте. Два тут, два на улице. Лутайте их скорее. Другое это дело, да? Лекс. Это же Лексус, да? Это Лексус? Да, да. Или нет? Это Лексус. А там кто-то есть? Бля, надо туда зайти, витамины забрать. Да. А такой вопрос, у тебя тут стабильно 60 или хуйня? У меня 90 стабильно. Ебануться, блядь. Ты о комп из НАСА спиздил или что? Ну, типа того, мне Никита Буянов компьютер поставил вместе с игрой. Нихуя себе! Это чё? Как там сидится, братишка? Здорово. Здравствуйте. Я тут пришел. А, окей. Заходи. Заходи скорее, тут еще один здание, надо с ним разобраться. Убил. Это, брат, подожди, этого не трогай, это давай бировцу. Бир, иди, брат, лутай, иди лутай. Все, блядь, всех одел и обул. Ребят, ну мы все по съебам. Ладно, бля, парни, ну живите, ой, конечно. Брат, запомни, брат, в следующем вайпе, блядь, только бир. Потому что бир сила, юсек могила, блядь, запомни основное правило. Я понял. Все, погнали? Пойдем. База прием Шачебури доставлен до точки эвакуации. База принят. Ебать, это что-то серьезное там, да? Но я обычно таких наказываю. Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Пошел нахуй. Хана тебе нахуй. Извини, брат. Бросай пушку на... Дай квест выполни, и мы идем. Нет, нахуй, бросайте пушку, блядь. И нахуй... Ты зачем меня нахуй послал, а? Чё ты тут уебывался? Ну потому что, блядь, ты когда-нибудь видел, как пиранья ноги откусывает? Блядь, а как он не умер? Да хуй там!
Да хуй да нах, блядь! Домой, блядь, нахуй! Тёте под неё, я вот готов поставить свою жопу, блядь, тёте под неё там просто такое вытворяли, нахуй. Я кого-то слышал, блядь, где он? Он в доме, нахуй. Вот ты и попался в мою ловушечку, бля, маленький, нахуй. Ты же понимаешь, тот, кто попал в вольер к питону, блядь, не уйдет живым. Либо ты сдаешься, нахуй, либо я сейчас тебя жестко наказываю. Drop weapon and surrender. Where are you from? China? No, Germany, man. Germany? Oh my god. Man, you know this song? Yes, man. Drop your weapon. Drop weapon and surrender. Домой, блядь, you sick enough. Чисто на болевой взял такую... Откуда? А ты по ком стреляешь? Как будто на козырек 301 был нацелен. Тут есть кровь. Тут 100% кто-то есть. Да ладно. Вопрос только в том и... Где? Он мог побежать по перебежке в теории. И бот поэтому по нему стрелял. Такой же может быть? Может. Откуда? Лятый кусок, блядь, шкрека, нахуй. Там и сиди, ёпта. Во, нашел куда залезть. Я же говорил, в админке есть, пацан. А что я сделаю? Да и все. Ку-ку. Эй, чувак. Что? Ну иди сюда, иди, иди, помогу. Завалили. Кто это, блядь, тут? Я не понял, нахуй, что за разборки без папы, блядь? Кто там стреляет? Сдаемся, выходим по одному. И чё новичка распилил? Здравствуйте, как настроенница? Танцуй на! Как? Мне иногда в такие моменты кажется, что я ёбаный. Когда кажется, значит не кажется. Молодой, ты жив? Ты чё? Ты чё творишь, алё, блядь, своих не видишь, что ли? Иди сюда, я ж тебя кричу, блин. Только фонарик в лицо, откуда я знаю, сюда кто-то? Иди, говорю. У меня типа патроны кончаются. Иди сюда, иди, сейчас тебе папа всё даст. Эй, слушай, скажи честно, ты с читами играешь или нет? Почему с читами? Ну, просто спрашиваю. Статистика. Вон один и вон второй дальше валяется. Ничего с ней не делал. Лутай. Хочешь дам подержать аппарат? Что? Аппарат хочешь дам подержать? Да нет, спасибо. Правильно, правильно, это дело такое. Как говорится, бир это сила, юсек это могила, бля. Я просто похлопаю. По ощущению, там типа как будто бы еще один был. Блять. Просто повезло. Капец, опасненько было-то нахуй.
У этого тоже аппарат нормальный. Да блядь! Ты откуда ты нахуй вылез, блядь? Откуда? И пускай я обычная матка, правду матку всегда я рублю. О себе говорю очень кратко. Я детей бесконечно люблю. Вы что, дебилы? Брат, не стреляй, пожалуйста. Ладно, не надо, я квест сделаю. Да все, бля, меня просто это четверых убил в этих кустах, бля, прикинь на. Чуть да, не умер. Да, я вижу, я аж охерел, я смотрю, трупы. Да вот я тоже так бегу, как ты, красавчик. Бля, приблизительно, понял? Смотрю тут, ну, короче, вот, блядь. Как там лутается? Братишка, все отлично. Это ты там шумиход трех наводишь? Да, уже навел. А ты бир или... Ты бир или юсек? Не, братишка, мы юсеки, мы квестик делаем. Но это плохо. Либо вы, бля, сдаетесь, снимаете все на. Потому что, брат, бир сила, бля, и юсек могила. Меня нахуй крашнуло. Мужики, бля, ладно, расходимся. Кто-то лутает третий этаж? Здравствуйте! Ебать, мне показалось, или там какой-то серьезный пацан? Второй водружанин, что ли, там? Я не понимаю, их двое или он один? Чел, давай договоримся. Бросай нахуй! Все, блядь! Подожди, Лан, ты бервец или юсек? Нахрен ебаник, их можешь убить, я не трожь, пожалуйста. А они тебя пытаются пикнуть, ты их можешь поебашить. О, кто пикает, того и ебашу, да? Тоже нормально. Выходите нахуй все оттуда с поднятыми руками, блядь. Не ори на мать. Не говорите, если вы ходите. Окей, я выхожу. Ты выходишь? Выходи тогда, иди сюда. Ах ты су... Это друг мой. Все, ему. Ему... Он возле картотеки. Он возле картотеки. А чё он такой агрессивный-то был, бля? Не захотел сдаваться. Он новичок. Да вы кореш своего-то разлутайте-то. Нет, пошёл нахуй. Не сужу. О, бежит, пацан. Пожалуйста, быстрее, только не убивай меня, я тебя первее должен. На, блядь, маленький, подожди! Сёпаем. Там 100% человек был, 100%. Я думаю, он убежал, потому что слишком долго я что-то... Ну, слишком долго ГС заряжался. Алиса! Есть музыка какая-нибудь такая вот, чтоб на рояле, красивая. Вот! Опа, и Никитка с сигаркой тут уже, бля. И тетя начинает. Потому что бир — это сила. Бля, ну высоко летел на самом-то деле. Вряд ли он, бля, где-то тут погиб. Хотя, конечно, все может быть. Все может быть. Да ну нахер, бля! Да ну нахер! Трое, бля, трое тут было, бля! Их было трое! Да ну на, дружище, бля, как там, как дела на? Бликс какой-то. Алло, как там? Как дела с АГСом? 100% сидят на вышке тут.
О, о, похоже, у них тут бригада целая, бля. Буду бить аккуратно. Ты чё там лежишь, бля? Но сильно. Сюда, ну. Разлёгся, бля, посреди поля кабанчик. Ёпта, а чё тут было? Них... Блядь, вы посмотрите, сколько тут челов откисло. Ебать. Капец, у них тут банда целая была на втором этаже, получается. Блин, его! Надо тренироваться, что могу сказать еще по этому поводу.